Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 16 апреля, день Никиты, назван в честь преподобного отца Никиты Исповедника. Преподобный Никита подвигами поста, смирения, послушания и вообще своей добродетельной жизнью вскоре превзошел всех иноков. Бог даровал ему благодать исцелять недуги и изгонять бесов, ознаменовав крестом одного отрока, немого от рождения, преподобный Никита возвратил ему дар слова. Инока, помутившегося рассудком, исцелил помазанием святого Елия. И много иных чудес совершил он. Существовало поверье, что на Никиту просыпался водяной и, как правило, пребывал в плохом настроении. Поэтому в полночь приносили ему угощение и просили не пугать людей, особенно детей, не прогонять из водоемов рыбу. Поэтому в народе этот день называли угощение водяного, Никитин день, водопол, Никита ледолом и даже Агафья ледокол. Это было связано с разливом рек, ледоходом, ведущим к пробуждению водяного. Считалось, что 3 дня водяной ждет подарков от людей, и надо было успеть его задобрить, иначе истребит рыбу, а сам уйдет в другие водоемы. Сегодня проводили обряды, приносили угощения, которые помогали его задобрить. Например, могли угощать пшенной кашей, краюхой хлеба, куриными потрохами, щепоткой табака, остатками вина. И когда понимали, что водяной успокоился, отправлялись рыбачить. Приметы. Дождь сегодня, весна будет поздней и ненастной. Ветер дует с южной стороны к урожаю яровых. Если с севера, скоро пойдет дождь. Длительные раскаты грома сегодня, жди ненастья в течение нескольких дней. Дождь сегодня, весна будет поздней и ненастной. Если лед до этого дня не тронулся, к неудачной рыбалке. Двенадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активизирует сознание человека от чувства милосердия и сострадания. Сутки имеют свой символ – сердце, который повсеместно связывают с милосердием и состраданием. Считается, что если в этот день не оказывать милосердия и сострадания, то можно самому этого лишиться. Сегодня противопоказано проявлять злобу и ненависть. Не следует отчаиваться и плакать. Наоборот, молитесь, просите, меняйтесь, становитесь иной личностью. Сегодня не следует перенапрягаться. Наоборот, ограничьтесь пешеходными прогулками с любимым человеком. Питание сегодня жидкое, свежевыжатые соки, отвары трав, фруктовые компоты. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!